Начнем с ножек кочережек. Разомнем через сало. Качка идет в полной тишине. Стучат поезда по рельсам. Привет качку старому, пожилому. Главное погонять кровь в районе коленного сустава. Мотивация и жизненные приоритеты. Каждый человек выбирает сам. Например, гравитационную гимнастику я всегда ставлю на первое место. Поэтому регулярно ей занимаюсь. Из-за того, что я вижу некую перспективу в этих занятиях. А когда человек видит перспективу, то тогда и мотивация возникает. И приоритеты расстанавливаем, соответственно. А позаниматься с тяжестями, а именно гравитационная гимнастика. А потом все остальное. Вот мои друзья, которые занимались со мной гравитационной гимнастикой. Я должен сказать, у них прогресс даже пошел лучше, чем у меня. Ну вот, Новый год настал, январь, уже 10 февраля, а их нету. И нету потому, что у них совершенно иные в жизни приоритеты. А это так, баловство. Можно побаловаться, можно попробовать, да и... Thank you.
Хорошо. Еще один подход, и будет 100 повторений. Отлично. Константин. Вот такие-то дела. О мотивации, приоритетах. Что в жизни поставить на первое место? А что на второе, на третье, пятое, десятое? Поэтому гравитационную гимнастику и вот все, что с ней связано, я поставил на первое место. И я жду, когда мой организм восстановится. Подготовятся коленные суставы. Потому что нагрузка на них большая, я чувствую, как только все здесь проходит, я делаю следующую тренировку. То есть коленные суставы в данном случае у меня указатель, что произошло восстановление, и можно повторить занятия. А для других это забава. Вот отсюда и результаты. Вот отсюда и конечные результаты. У кого-то получается, а у кого-то даже более лучшего, более талантливого, особо ничего не получается. Кстати, я сейчас делаю ТО машинам своим, туда-сюда. Походить я походил уже 5 с лишним километров прошел. А вот что касается завтрака, то я выпил кофейка с женой и съел один банан. И решил перед обедом размять через сало. Ну, подналились через сало. Подвесим десюлик. Итого получается 1, 2, 3, 4, 5, 50. Где-то около 60 килогерц. Ступням холодно. Одену валенки. Че зря морозить. О, 60 кг. Разомнем через салы. Занимаясь любым делом, все увлечение этим делом и
количество потраченного на него времени зависит от того, что вы думаете получить от этого. Вот тогда и вкладываетесь, вот тогда и мотивация возникает. А не видя перспектив, в любом деле, не видя перспектив, не понимая, что вы от этого будете иметь, ерунда, короче. О, почувствовалась нагрузочка. О, немножко размяли бивнерезы. Что, загонять себя. Главное, чтобы все было в кейф, в охотку, приносило удовольствие. Казалось бы, идет такая тупая, однообразная работа. Но во всем этом можно заложить некий смысл. И порой даже глубокий. И порой даже глубокий. Шестерю и хорош. Вот так вот и не иначе. Продолжаем разминать чресалы.
Еще не размялся. Споткнулся из-за того, что неправильно заходил. Захожу отсюда, а тут отсюда. Значит, я жал 8, 14, часть 17,5. Да 6 разков, чтоб без фанатизма. Много подходов на это упражнение уходит из-за того, чтобы хорошенько размять плечи, локти, кисти, руки. Надо восстановить дыхание, сердцебиение. И следующий вес 20 кг. Разочек сделаем на пятачок. И будем жимом сидя заканчивать. Внешне кажется, что легко жму, а внутренне не особо. Пудовой гирькой.
Многовато с пудовой гиркой. С пятачком надо было. Фух. Спешу, времени мало. Скоро час, обед. Остается 20, наверное, 5 минут пожать там живот. Фух. О, спешка. Спешка. Сердце призывно забилось. Каждому упражнению надо размяться. Какая-то своя требуется разминка. Хоть я вроде уже и пропотел. Испарено, дышу, сердце, чук-чук-чук. Мышцы, связки. Но надо размяться. И вспоминаю далекую молодость. 73-75 год, спортрота СКА, Ростов-на-Дону. Вот, я там служил. Да. Так вот, как раз с нами в спортроте было легкоатлеты, борцы, там боксеры, ветриполы и так далее. И вот, как-то зашел разговор, ну вот я понимаю, что прежде чем поднять какой-то вес, нам надо размяться, тем более к предельному, размяться обязательно. Но не понимал, что надо также и в беге размяться. И когда зашел разговор о том, что да сейчас как рвану там пробежать. А легкоатлеты так смотрят и говорят, ё-моё, а как же так, без разминки, вы что, без разминки бежать, что есть мочи. Для нас это как-то странно было. Так же странно для нас это сразу схватить вес без разминки. Так что требуется разминка. Мой юный друг. Ё-моё. Шестидесюрик. Вроде бы легко, но внутренне вот нету того ощущения, что внутренне легко. Перед тем, как пожать 80, я сделаю вот такой вот эксперимент. Чтобы мне штанга не показалась тяжелой,
я сейчас сделаю снятие со стоек 140, 160 и может даже 180 килограмм. А потом попробую пожать. Тяжеловато 140. Ну ничего. Вроде бы я жму, но там жал. Видели, 60 килограмм. Вроде бы и легко внешне, а говорю, внутренне нет. Нету легкости. И вот 140 я пробую. Оказывается, организм не проснулся. Он сачкует. Он не вошел в тот режим, в котором надо давить. Вот эти 140 и показали. Уже лучше. Итак, когда я пожал 80 на 10 раз, я тогда 160 заколбасил, по-моему, на 3 или 4 раза. Вот сейчас 160 стоит, то есть вес в 2 раза больше. Важно проснуться. Ну, более-менее нормально пошло. Проснулся на том тренажере, я в каждой руке держал по 80 килограммов, а тут вообще 80 килограмм. Итак, что у меня получится? Вроде бы я проснулся. Как это скажется на жиме лежа? Все равно штанга тяжелая. И заканчиваем. Ждут обедать. Будешь мяк.
Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!